Сегодня в торжественной обстановке при участии президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова состоялась церемония открытия здания комплекса Хакимлика города Ашхабада. В рамках торжества состоялось открытие современного комплекса Хакимлика города Ашхабада, включающего в себя пенсионный фонд, отдел труда и занятости населения, главное управление образования и культуры. В многоэтажном комплексе имеется конференц-зал на 300 мест, более 110 рабочих кабинетов со всеми удобствами, столовая на 120 мест, а также техническое сооружение. Оснащение рабочих кабинетов оборудованием, необходимым для эффективной работы сотрудников, в том числе компьютерами и другими средствами, полностью отвечает предъявленным требованиям в этой сфере.